Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом данного ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну что же, как вы могли понять из названия ролика, да, у нас сегодня двойная звездная система — в Солнечной системе. Невероятно, но факт. Собственно, давайте посмотрим, как бы это могло выглядеть. Кстати говоря, кто смотрел последний ролик по Space Engine, я не стал удалять мод на кольца планеты Земля. Как я понял, судя по вашим лайкам, комментариям, просмотрам, достаточно очень даже зашло вам такое... такой эксперимент. Ну и мы начинаем, продолжаем издеваться над нашей Солнечной системой. Ну почему издеваться? Ну просто представить, как могло бы это все выглядеть. Конечно, я не знаю, каково это было бы, если бы у нашей Солнечной системе были две звезды. Я немножко попозже выскажу свое мнение. Обратите внимание. Солнце и звезда Аматерасу. Давайте перелетим. Давайте посмотрим вообще, что они из себя представляют. Это оранжевый карлик. Так, что у нас по температуре? Почти сравнимо с Солнцем. Ну, практически. Там буквально на 700 градусов побольше по Цельсию. Я не говорю по Кельвину. Хочется посмотреть их вращение. Будут ли они вращаться друг с другом. Так. Ну что же. Да, сразу, господа, скажу, что это мод. Это мод, скачанный из Steam мастерской. Вы его можете спокойно найти. Ну, если будут какие-то вопросы, ссылочку я вам скину. Нет, они не вращаются друг с другом. Не движутся в одном танце. Очень даже странно это как-то. Как будто вот эта звезда Аматерасу, она вообще просто на одном месте застыла. Давайте посмотрим на сетку орбит. Вроде бы у звезды Аматерасу есть своя орбита, но она стоит на месте. По диаметру чуть меньше Солнца. Масса практически как у Солнца. Давайте посмотрим на Меркурий. Я хочу все это увидеть с планеты Меркурий. Так, время поставим нормальное. Чтобы никуда ничего не торопилось, не бежало. О, невероятно. Вот это шикарный вид. С планеты Земля оно так не смотрится, да? Хотя, возможно, когда одно Солнце заходит на другое, за другое, вернее. Посмотрите. Невероятный, шикарный вид. Так, Венера. Почему бы нам не посмотреть с Венеры? Смотря, опять же, в каком мы положении находимся, с какой стороны нам смотреть. Ну, в принципе, да. Как я и говорю, то, что две звезды очень так близко расположены друг к другу, если бы они были расположены где-нибудь, ну, расстояние между звездами, хотя бы, мне кажется, как по-научному, должно быть... менее 15 миллионов километров друг от друга. Ну или хотя бы, давайте перестрахуемся, 5 миллионов. Мне кажется, при таком раскладе жизнь, наверное, планеты Земля бы вообще не существовала. Мы бы поджарились до корочки, какой-нибудь до хрустящей. Так. Ну и да, и собственно, чтобы нам видеть хотя бы две звезды. Они не имеют вращения. Да, Солнце прям близко расположено. Планета Земля. Ну, давайте вернемся к ней чуть позже. Марс. Что будет видно с Марса? Огромная звезда. Просто огромная звезда на одном месте. Представляете, если взять в расчет 6000 градусов. Почти 6000 градусов Солнца и
5000 Аматерасу, это, ну, как бы 10 тысяч градусов. Я говорю, мы бы поджарились. Так, Юпитер. Юпитер явно бы, наверное, стал бы еще бы одной звездой третьей, зажегся бы от такой температуры. Да, достаточно очень ярко. Хотя мы вроде бы отдаляемся в нашей Солнечной системе, но мы видим одно большое яркое Солнце. Ну, либо два светила бы, если бы они, я говорю, были бы расположены в нескольких миллионах километров друг от друга. И, кстати, тогда бы, возможно, и орбита Земли бы, может быть, стабильной. Была бы стабильной, но при таком, мне кажется, нет. Нашу планету Земля либо поджарила, либо вообще бы выкинула куда-нибудь за просторы космоса. Так, Плутон. Я не знаю, к 10-й планете мифической я даже возвращаться не буду. Не знаю, не буду, да. Но скажу от себя, что если бы две звезды было бы, так как сейчас вы видите это в Space Engine, то орбита Земля будет просто очень нестабильной. Тем более, как вы можете видеть, что одна из звезд больше и ярче. Оно бы оказывало на нас, как мне кажется, гораздо более сильное гравитационное воздействие. И даже бы, мне кажется, могло бы к себе притянуть. Ну, вы сами понимаете, что это было бы, да? Короче, пишите ваши комментарии. Сейчас мы, короче говоря, опустимся на планету Земля. Так, посмотрим закат. Ну, или даже давайте... Я говорю, да, вот было бы оно на расстоянии нескольких миллионов километров, это бы было бы классно, грандиозно. Две звезды расходятся. Так, пора, наверное, ставить нормальный режим. Два светила. Так. На какой континент нам опуститься? Ну, давайте, допустим, в Африку. Без разницы. Я хочу увидеть рассвет. Одна звезда. И вторая звезда. Ну, по крайней мере, это бы было бы классно. Температура бы, конечно, достаточно очень повысилась на планете бы. Яркий рассвет. Давайте посмотрим на закат. Ну, как мне кажется, что сейчас они вроде бы даже не притянуты друг к другу. Оу, без очков явно не стоило бы смотреть вообще в небо. В дневное, на рассвете, на закате. Одна звезда. И вторая. Согласись, это классно. Шикарные кольца планеты Земля. Кстати, да, ребят, пишите в комментариях, вообще нравится вам мои серии с модами, с различными из Steam мастерской. Но, как я понял, судя по просмотрам, лайкам, комментариям, вам очень это заходит. Конечно, мы можем бороздить дальние просторы космоса. Ну, в принципе, мы будем это делать в следующих роликах. Так что обязательно прямо сейчас поставь пальчик вверх, подпишись на канал, нажми колокольчик. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем новых открытий. До новых встреч. Пока-пока.